в одной десятке. Бля, иди нахуй, все. Я говорю, не надо забудь желать. Забудь поздравления с днем рождения, просто иди нахуй, блядь. А я потом еще сигну выкрутил. Кексик, ты поставил русификатор? Да, да, да. О, молодец. Я... Меня Дашка все подготовила. Трэш. Возможно, Кун с нами еще пойдет. Трэш. А у вас будет стрим на Твиче? Да, ой, а кто к нам зашел? Вау, здравствуйте. Арчи и Саша. Арчи, здравствуйте. Я просто узнать, будет ли стрим на Твиче по поводу этой игры. Я уже подрубила. А, все, зашибись. Пошли, пошли, скажем фикус. Я пойду пописать. Давай. Да, хорошо тебе пописать. Удачи вам. Спасибо. Как отмечаешь, Кексик? Ну, ну нет, никак, в принципе. Я... А, пиццу мне... Мне это, да, это... Тетя пиццу заказала. Нормально. Да, я покушал пиццу 4 сыра. Было очень вкусно. Да, 4 кусочка родителям оставил. Они тоже, им тоже понравилось. Ну, это хорошо. Да. Мама вообще, мама, как и я, фанатка пиццы 4 сыра. Вы вместе с ней такие, блин, пицца 4 сыра. Ммм, класс. Да. За пиццу 4 сыра, это... Готовы убить. Так, Кексик, а у тебя нет у меня в друзьях в стиме, да? Да, да, нету. Я могу код дружбы кинуть, или как вы, или вы киньте. Давай кинь код дружбы. А вы умеете просто Дашка или кто-то там не смог им воспользоваться? А ты у Дашки есть друзья? Да, у Дашки есть. А как тебя зовут? Кексик, ну, блин. Ты сейчас онлайн? Да, я сейчас онлайн. А, вот все вижу, Кексик. У тебя котик на аватарке, да? Да, да. Ебать, да. Ты 8 лет в стиме. Да, 8 лет. Так, ой, где уведомления? Во-во-во. Тогда блин, как эпизод и... Guilty Parade? А что, вышел Guilty Parade? Здравствуйте, Чамчик. Пят, пока мы не начали, предлагаю поздравить Кексика с днем рождения. Спасибо, да. Ему исполнилось 10. Е-е-е-10! Он теперь блин. Совсем большой. Хаппи, хаппи. Так, Кексик, я тебе отправил заявку, добавлю в друзья. Я принял. Да, вы теперь мой друг. Я сейчас вас добавлю. Это как есть редакция, это открыть. Это в бестикс добавить. Короче, можно, да. Где-то? Позовем Кексика с днем рождения. Блин, какой у вас ник сложный. Джибжина коммунист, да. Это я. Очень сложный ник. Блин, у вас тут картинки. Какой у вас красивый профиль в Steam. Спасибо, Кексик, спасибо, я старалась. А у меня лоховской какой-то профиль в Steam. Ну так настрой. Блин, ну я не умею. Это настраивать профиль в Steam — это отдельное искусство. Жду, когда будут итоги вот. Стима 23-го года, и у меня там будут, блядь, гуси и Baldur's Gate. Все. Так, играем без Вадима. Я поэтому ничего не знаю. Ну, я знаю минимально тоже. Я знаю тиктоки. Тиктоки вот я смотрела по игре. Очень смешные. Блин. Я вообще никогда не играла в эту игру. На руки мне написал в Дискорде с днем рождения. Что? Мне на руки написал, знаете, спасибо, это с днем рождения где-то в Дискорде. Жесть. Да. Эля, помогать, если что? Ну, можно, эго. В принципе, мы можем взять, наверное, эго с собой. А, не, блядь, у нас же Кексик, не. Да, мне, ладно, пофиг. Берите. Не, просто я не хочу тебя расстраивать. Не, вы меня не расстраиваете. Эго, ты можешь зайти к нам тогда в Дискорд? Если Даша не против. Я Чикорита в друзья добавила. Какой сервис.
Поздравляю Кексика с восьмилетием. Ты уже совсем большой. Любим тебя. Сука. Блин, 8 лет исполнилось. Блин, класс. Вообще-то ему не 8, ему 5. Да, да, 5. Да нет, 12, мне 12. А нас мама твоя не наругает, что мы с тобой играем в такие игры? Не-не-не, мне мама разрешила, я сегодня точно? Спросил. Точно? Да, там да, потом да. Мама не придет твоя ругаться? Да-да-да-да. А как я купил эту игру? Я маму попросил купить. Мама тебе купила эту игру? Да-да-да. Капец. Да-да. Эго, ты будешь к нам заходить или что вообще? Так. А куда нажимать, в сетевую или локальную? Куда нажимать? Я в душе не ебу. Я вроде создала приватный, написано. Блин, я нажму в сетевую. Ща, вы, наверное, через Steam можете ко мне присоединиться. Ну, я не уверен, ща, посмотри. Вот, пригласить в лобби я Дашке отправила. Ой, я могу присоединиться к лобби, я могу сам присоединиться. Капец, я самостоятельный! Я Даш, Даш... Нихуя тут музыка. Смотри, что можно. А, мьютимся, мьютимся в Дискорде, да. Привет. А меня слышно? Да. Алло. Алло. Дайте я вас потише сделаю, громкость. А у меня Дашка не появилась. Че, мы Эго возьмем к себе в пати? Берите, берите. Тогда сейчас я его приглашу. У кого мой стрим открыт? Нет. Вы себя слышите? Да, я себя слышу. Подожди. А вот так? Раз-раз. Не слышу. Я сейчас проверю еще. Не слышу вроде бы. Да, вроде все нормально. Дашка, вот на единичку жми и будешь денсить, как я. Ты такая джусица вообще, я махаю. Где толкал по новой гиперфиксации? Ну, после того, как мы поиграли, у меня весь ТикТок в этой игре. Вот, поэтому... Ну, мы ждем тогда Эго. Ничего, что я тут хозяйничаю, вещи перекладываю. Да что хочешь делать, Кексик? Спасибо. Сейчас я тут все функционирую. У тебя день рождения, ради бога. Блин, сейчас все, вы проиграете. Я перепутаю кнопки, а как им управлять? Где прям это... А плакаты нельзя трогать. Все. Так, Диего, пригласи по зязи, а то пригласил на трансляцию. Ой. Эго, заходи на мой стрим. Да. Ой, да, тут очень смешно ебаться бега. О, Эго, здорово. Привет. Здорово. Давай, что нам делать? Ну, смотрите, у нас есть вот этот замечательный шкаф, где мы можем хранить все говно. Так, у нас есть... Да, у нас есть планета, на которой мы можем летать. Блять, у кого эхо? У кого эхо? Наверное, у меня еще Эго сделаю потише. В принципе, сделай всех потише, наверное, чувствительность поменьше, потому что тебя очень слышно. Да-да. Сейчас. Можешь чувствительность понизить. Понизить. Вот, и у нас есть квота. Вот она. Вот да, тут. То, что квота, нам нужно собирать всякое да. Говно. Это я в курсе. Вот, и у нас есть 3 дня. И на нулевой день мы летим к компании. И вот эта вот писька, она жрет весь наш мусор, и мы радуемся. Угу, хорошо. Ну, полетели на какую-нибудь планету, давай несложное что-нибудь. Вот. Получается, да. А что такое Мунс? Мунс — это планета, то есть луна. Луна, да. Да. Сейчас, так, есть пускай. У нас, это, у нас есть какая-то осиранка, блядь. Осуранси, да. Да, может, Эго выберет, не? О, Финэнс и Марс, ничего, я на Марс, давай на Марс. Марч? Это который, да, типа... Да, на Марс, на Марс. Ну, можно, но оно сложноватое. Там, типа, лес. Давайте на чем несложное, пожалуйста. А, тогда давай другую, сейчас. Кексик, у меня лапки. Либо экспериментейшн, либо ассуранс. Так, хелп. Даша! Хелп. Я самостоятельно... Так, Мунс. Мунс. Так, я дурашка. Так, какая слёгкая? Давайте вуф. Давайте вуф. Вуф? Я хочу вуф. Чё? Вуф, да. Какая вуф? А, что она за вуф? Ж платная, нет? Что? Тут есть платные планеты? Да, тут есть платные надо планеты. Надо донатить или чё? Блёдь!
Так, Даша, подожди, ходим вдвоем, хорошо? Подожди, но она хорошо. Такая, она типа, бля, а я не помню. Короче, я буду, если что, объяснять. Да, хорошо. Надо будет рации давайте. Купить. Садите, да, садите. Запускаем? Не, это... Да, подожди, я думал... Постой, бля, давай. Я... Так, смотрите. Ага. На этой планете есть огромный писюн. Да, это та планета. Короче, ой! Это где пчелы? Тут есть, во-первых, тут есть пчелы, во-первых, тут есть гигант, который можете сожрать. В-третьих, да, гигант, тут есть еще куча всяких веселых вещей. Поэтому пойдем. Пойдемте. А куда идем? На правую кнопочку. На... Стойте! Куда? Кексик! Нет! Кексик! Куда ты бежал? Кексик! А там пропасть, там пропасть. Да, не надо туда идти. Короче. Какая веселая музыка, заебись. Нам нужно найти main entrance, то есть главный вход. Адвокат! Можно заднего входа. Да можно любой вход найти. Один... Поздравляю. Да, ты выбираешь шоколадный. Дашка, ну что, наконец-то дождались. Я вот я тут. Всех, кто донатил на фатальную компашку, поздравляю. Остальным соболезнь. Да, все донатили на Fatal Company, все хотели. Ребята! Ребята! Здорово. О, здорово. Пошли вон туда. Там что-то явно вон есть. Ой, мост, смотри. Выглядит как мост из Нир Автомата. О, там, подожди, там вход внутри. Даша, тут вход. Пошли. Ой, блядь. Ну ты не бойся, Дашка, ты со мной. Мы вместе. Пошли наверх, не бойся. Короче, Кексик пошел на главный вход, где вы? А, мы не знаем, мы поднялись. Ну вы, окей. Кексик пошел на главный вход. Умираете, походу. О, пластмассовая окей. Рыбка. Берите, да. Она выглядит как рыба-капля. А что за вентиль не поддается? Что с ним можешь сделать? Короче, вентиль, если протечка газа, то лучше не трогай. Ладно. Ну, свет вырубит. Ой, бля, а сейчас у нас дохуя света вообще? Ну, бля, хоть где-то есть. Света вообще ебанёшься. Так оно не включит даже. Говорю сразу, тут есть страшная писька, на которую нужно смотреть, а если ты не смотришь, она подойдёт. Ну, я знаю, да, она за спиной появляется. Бля, ну тупик нахуй. Тут закрыто. Может, пойдем Кексику на главный вход? Ну, веди, где главный вход? Ты где? О, смотрите, стойте. Сюда. Вот, смотрите. Это протечка. Так. Мы ищем, откуда прет воздух. И тянем алло. Вентиль. И я слышу Кексика. Алло. О, Кексик! Я пришел с мейн-входа, но, видимо, встретил вас. Вы где? Окей, мы за стенкой. Я нашел вас. Где? Может, свет все-таки попробую включить? Или я выключил? Я вас... О, привет. Это вы надо мной. Ну, давайте, пойдемте вниз. Мной, да, пойдемте. Да. А что Дашка заломала? А где Дашка? Дашка вообще тут? Дашка живая? Вот, Дашка живая. У меня Дашка вот. Так, хорошо, что, куда идем? Вниз? У нас есть, короче, ребят, я пришел снизу. О, Амальна. Там, короче, стоп-знак, идемте со мной. А тут вот какая-то залупа. Там дня, которую нужно, я слышал, брать в последнюю очередь. О, ключ, я нашла ключ. А, ты про лампу? Да, вот лампа. Да, лампа, она вырубает свет везде. О, да. Большая сось, девочки, я взяла большую сось. Хорошо. Да, возьмите кто-нибудь ключ, у меня руки заняты большой сосью. А, это у тебя сколько ключей? Давай я возьму. Давай я возьму ось, а ты ключи. Берите. Есть слот? У меня есть. Так, завтра аукцион? Да, да, думаю, будет, да. Идемте сюда, я тут не был. Куда? Идемте сюда, вот там. Хорошо. Если вы вдруг видите паутину, в нее не наступаем. Чё, правда? Да. Жесть. Бля, а где выход? Я хочу просто отнести свою большую байду. Пойдем, я пойду покажу. Давай, я быстрее запомню. Давай, Кексик, давай. Я запомню. Вот это вот тут. Поднимаешься наверх. Бля, шо, куда? Где? Сюда. Вот, иду. Идешь сюда, поднимаешься наверх, и вот тут
А, ну нормально. А ну я пошла, где Дашка? Слушай, пойдем, выйдет через... Короче, я еще вот сюда вот это кину, и вот это, придешь, заберешь. Да я прям сейчас ее могу забрать. Блять. Все. Осталось найти, как вернуться домой. Всего лишь. Мисси. Как же будет угарно под ваш стрим готовиться к просмотру по рисунку. Хорошего стрима и веселого, а также лампового прохождения приквела Магуса меньше, чем 3. Ну, у нас пока ничего угарного, я сижу на чили на расслабоне. Спасибо, Соу Шляпе, за донат. Они еще не знают, что я умерла. Блять, я как знала, что Даша умерла. Так, а как следить за всеми? Мне кажется, они все сдохли просто. Кнопка на мониторе белая. Где? Где белая кнопка на мониторе? А, вот. Так, Даша, Аддисон, Кексик, Эго. Ага. Ну, Даша, Аддисон мертва, понял. Ладно, пойдем. Грустно, конечно, что это Даша, Аддисон умер, но... Блять! Откуда тут вода, нахуй? Да вообще идти, я уже забыла. Больно. Алло, я тут, я тут, я тут. Блять, там какая-то здоровая хуйня ходит. Даша сдохла, кстати. Беги сюда, пожалуйста. Короче, я скидываю канистру и бей. Стой, нет. Открой дверь. Бегу за генератором. Смотрите за мной, если я... Так там все затопило, блять, не? Не, не. А он не зайдет сюда? Тихо, тихо, тихо. Давай. Я бегу за генератором. Там генератор. Просто... Она сюда... Эта огромная хрень сюда не зайдет. Ну как бы. Точно? Вот, если что, вещи можно складывать вот так вот. Мы же все это все продадим. Ну, смотри, какая милая рыба капля. А че вы Дашку не принесли? А, она сдохла? Да, давно. Где? Уже. Мне кажется, она сдохла вот как раз в тот момент, как мы разошлись. Может, она упала? Дашка умерла. Там кексику, подожди, там кексику. А, там эти мелкие. Он идет за этой штукой? Ну да. Короче, там схватил. Есть вот эти вот мелкие хрени, похожие на тараканчиков. Ты помнишь видео? Ага, так.
Блять. Он лампу забрал. А что с радиацией? А что сейчас было за уведомление? Ну это типа он лампу взял, которая радиационная. А, то есть он нам сейчас вот принесет радиационную хуйню? Да, но она дорого стоит, он молодец. В общем, вот эти вот мелкие хрени, они очень любят вещи. Блять. Чш. Мне кажется, или кексика сожрали. Блять, у меня тоже такое ощущение, что кексик все. Ну, а. Не, подожди, он двигается? Нет, по-моему. А, да, двигается. Двигается, все нормально. Бля, ебать, кексик живой. Как покупать рации? Надо купить рацию. Короче, вот тут заходишь Access-терминал. Да, здравствуйте. Store. И тут есть волки-толки, оно стоит 12, можем купить. Я специалист, но, по-моему, кексик заблудился. Корабль улетит на автопилоте в полночь. Улетит в полночь, да. Дядя, где кексик? Он ходит внутри. Там, походу, вот это... Да, там страшная хрень. Видишь красный кружочек? Да, да, да. Ты великан, и он прет к нему. Бля! Ну, я... Ну, по-моему, мне кажется... Подожди, или он... Все? Мы улетаем, да? Ну, я... Не? Почти. Не хочешь сходить за трупом кексика? Я, знаешь, сейчас здесь 53, корабль улетает в полночь, я что-то не хочу. Да, кексик помер. А, там это хрень. Где? Ну, там. Ну, короче, ладно, полетели, кексик помер, все, погнали, let's go. Сколько у нас денег? На 145 здесь есть, 219 нихрена. Богатые. Все, мы летим. Да, мы летим, все хорошо. Сейчас они вернутся. Я говорила кексику, типа, не надо. О-о-о. Бля, кексик самый параноик. Давайте воскрешаем. Я хотел генератор. Я понимаю. Кексик, как ты помер? Кричу, я хотел генератор. Меня титан съел бронированный. Короче, давайте купим хотя бы пару раций или фонариков. Могу купить. Ну или кексик может купить. Ну купите. Что такое стория? О, стория это магазин. Стория! Блять! А что такое радио? Как радио по-английски? Балки-талки. Так и будет. Балки-талки. Чат, что такое стория? Что так же как радио на английском? Балки-талки, там самый первый. Короче, стоит, дай эго, пускай эго купит. А, фалки-талки, да, я понял. Надо две рации купить. Короче, нашла какой-то предмет, и я хотела к нему подойти. И там была бездна, я не заметила, я прям придумала. Бля. И конфирме. Мы встретили маленьких пупсов. И там с этими пупсами можно взаимодействовать. Давайте бумбокс купим, чтобы кексик с ним ходил. Я кстати, купил два если поставить бумбокс... Там, кстати, волки-толки можно написать по два или три, и тогда будет сразу две три штуки. Бум-бум-бум-бум-бум. Чипи-чапа-чапа-луви-луви-лава-лава. Мадикуми-дуби-дуби-бум-бум-бум-бум-бум. Не, я вроде заказал два флэкса. А, я один заказал. Они прилетят, да? Потом. Да, да. Все, у нас денег нет. А ты заказал волки-толки? Блин, да, заказал. Чат, у меня тоже нет денег. Не забываем кидать донатики. Не забываем. Полетели что на планету какую-нибудь легенькую, кексик, пожалуйста, эго. Кексик, там есть самый первый, называется экспериментатион. Так, что конфир... Конфирме. Блять, ничего не получается. Можно я? Не мешай, у ребенка день рождения, это его игрушка. О, Дашка, смотри, Дашка читает. Капец, Дашка умная. Блять. Ебать, Дашка реально читает, смотри, у нее странички перелистываются. Да. Даш, ты такая умная. Сюда можно купить телевизор и смотреть по нему котиков. Да, я видела. As a contacted worker, you have been loaned one of the company's prestigious auto-vehicles. Оптопли, ту 47 экспериментер. Я приземляю корабль или нет? Да, сади. Все, погнали. Все хорошо, кексик, мы приземляем. Чипи-чипи-чапа-чапа. Ничего писать не надо. Кто остается?
Кто остается и следит, где что? Ну, хотите, я могу с Рашей остаться, говорить вам все. Давай, давай, а мы с тобой пойдем с Дашкой и Кексиком. Так, что? Только нам нужно забрать рации. Пойдемте, пойдемте, заберем. Это... А как опустить вещь? Как ее кинуть? На Г, английскую G. На точку G. Блядь, у меня для вас плохие новости, тут туман. Блять. Ура, я умру еще раньше! Йоху! Я поставил. Я написал экспериментал! Уже можем спрыгивать или нет? Я не понимаю. А где рация? Подождите. Подождите, Кексик, возьми, возьми знак этот, чтобы ебашить врагов. Во, молодец. Все. А у всех рации, ребят? Да ни у кого пока нет рации. Я не понимаю, мы приземлились. Вот летело. Где? Блядь, на звук, блядь, на звук. Вот тут. Так, я взял одну рацию. Где вторая? Вот лежит. Вот где вторая? Вот фонарик возьми. Где рация? Где еще одна рация? Нахуй нам одна рация? Нам две нужны, блядь! Кексик, ты реально заказал одну рацию? Блядь, отнесите одну рацию на корабль, пожалуйста. И в следующий раз закажешь вторую, блядь. Сука, нет, а если ты сдохнешь, отнеси рацию, чтобы мы ее не проебали. Я отнес рацию, все, пойдем. Погнали, да, погнали. А где, блядь, куда нам идти? Ну вот, главный выход, вон. Просто сканируй на правую кнопку мыши, иди к главному входу. Блядь. Тут лесенка есть. Где? Вот. Ой. Я в тупике. Кексик, направо, там лесенка. Я нашел вас. Кексик, Дашка, не давай. Надо застревать, обычно это плохо кончается. Нам стак. Бля, может соебемся с этой планеты, у нас денег до пизды. Да забей. Не, бля, я чувствую себя немощным и безденежным. Все, а где Даша? Мы уже проебали Дашу. Вот он, нет, Даша, у тебя, смотри, ну, экономней с фонариком. Да давай. Так, что? Где все? Я не знаю. Давайте я кому-то его там. Не, давай, погнали налево. Я с Кексиком. Если что, да. Окей, все вместе ходим. Ходим все вместе. Не забывайте сканировать, не дай бог мина. Да. Блядь, да в смысле все вместе? Где Кексик? Если что, Кексик. Кексик въебет. Блять, а тут тупик? Тут протечка, подай сейчас. Ну давай, чини, блять, сука, где я нахуй? Я бегу. Даша интереснее всех умерла. Что произошло? Почему я сдохла? Тумане было видно, кто-то... Тебе бошку сожрали, Даша. Я ее захуярил, эту мину. Бля, какие вы дураки. Я еще откажу и смотрю, слышу какой-то звук страшный. Блять, нам все вещи надо заново, да? Короче, а давайте уедем, все. У нас осталась одна рация, да? Кексик. Ну, друзья, нам нужно набрать не так много. Да, всего лишь 130 квота. Ну, да. Все, мам, мы справимся. Если что, умрем, да. А как мне надо было снимать эту херь со своей башки? А надо было, короче, чтобы у тебя оружие было. Все, это планета только нормальная. Блин, все, какой хуй-то? Тебе не нравится? Это птица, ничего не сделаю. Ладно, веселая игра, ты че? Let's go! Let's go, lesbians! Let's go! Да, пойдем со мной! Чтобы умереть с тобой, наступив на мину? По-моему, я наступил на мину, не?
Не, не знаю, кто. Кто-то из... Не Даша, точно. Но там, смотрите, если наступить на мину... Вадиму задонатили 20 тысяч, нихуя себе, кто? Бокчан. Вот, в жопу зайдем. А мы через анал, пойдемте, да? Пойдемте, а вы через анал, хорошо. Да пойдем через главный, пошли, пошли через главный. Да, мы пойдем через рот. Да, мы пойдем через главный, пошли. Ну, блять, пока не вижу. Мне не нравится этот вход. Ну, сорян, шоколадный, мне кажется, был бы похлеще. Эго, ты тут? Да. Все хорошо? Да, мне страшно. Мы в тупике. Эго! Я здесь! Выходим! Я слышу, подожди, да, эго! Ну... Подожди, вот. Ты пошла остановись! Я нашла большой болт! Подожди! Давай, теперь это твой большой болт. Я нашла большой болт. О, привет! Здорово, ребят! Я нашла кексика! О, кексик, у тебя тоже большой болт! Да, только не видите с болтами. Надо еще найти что-то, ребят. Тут ничего нет. А больш... У меня для вас плохие новости. Нам нужно, наверное, будет прыгать. Зачем? Только даже не прыгай. Потому что там есть палка, типа, на другую сторону, хотя не знаю. Не-не-не, не надо прыгать, не прыгайте. Ты здесь? Я здесь, давайте просто искать вещи. Где кексик? Где кексик? Какой кексик? У нас никогда не было никого по имени Кексик. Че, кто-нибудь умеет свет чинить? А, так, он починен. Да? Чё-то незаметно, ну, блядь, да. Что у нас свет починен, если честно. Это чёрный выход. Я не специалист, но мне кажется, у нас света нет. Ну это пиздец. А вы меня слышите? Да, да. А кексик меня не слышал. А где кексик? Я не знаю, в этом проблема. Да, где кекс? Кексик. Походу он сдох. Так, ребята, я прыгаю. Только прыгай. Блядь. Ну, я могу сказать одно, что если проебёшься ты, я пойду и... Давай я первый, окей? Давай. А что, блядь, подожди, давай я попробую. Только зажми shift, когда ты будешь прыгать. Ну, типа, только нажми на пробел. Разбегись и прыгни. Че, сейчас будет типа, здорово, Даша. С шифтом. Ура. А куда вы прыгаете? Мы прыгаем на другую сторону. Кексик, пройди от главного входа, если смотреть к нему. Да, сюда. Паркур, молодец. Привет, Кексик! Ну, теперь они вместе. Я думаю, что нам нужно пойти поискать. Что-то мне кажется, болтики это не к добру было. Бля, тут пусто. Класс. Нам теперь нужно вернуться обратно, Даш. Либо мы все сдохнем. Ура! Ну давай теперь ты давай. Блядь. О, Даш, ты прыгнула. Подожди, пойдем сюда. Марта! По-моему, тут цели были, но мы не хотели сюда прийти. Пойдем. Чтобы меня опять сожрало, да? А почему Вадим смотрит мой стрим у себя на стриме? Если вдруг увидишь огромную желейную хрень, которая... Вадим, я слышала, тебе задонатили 20 тысяч. Давай купим что-нибудь вкусненькое. Да. Я знаю, она очень любит обниматься, выглядит вкусно, но не надо. Куда ты стрим спрятал, Вадим, я знаю. Эля, давай зажмем ПКМ и отправим корабль заранее. Может, ну его нахуй, эту миссию, пойдем за себя. Пойдем быстро на корабль, они вызвали автопилот. Где выход? Блин, не знаю. О, пойдем. Да, охуенная игра, мне очень нравится. Типа, быстрее, let's go, let's go. Но все равно пиздец, поэтому побежали. Бля, мы тупые, еще тупее, блять, команда. Команда? Да мы молодцы, молодцы, давай. Вышла половина команды. Ну, пережули, вызвали автопилот? Да. Он улетит в 3.15. Какие вы кринжули? Я могла тоже так с вами в прошлый раз поступить. Зачем вы так делаете? Ужас, ужас. Ужас. Кстати, можно выключить свет, смотри. Вот тут вот.
без модов играете? Ну, у нас тут люди первый раз играют, да и я особо-то не умею, поэтому да, без модов. Ой, блядь, водичка вкусная. Вадим не хочет суши. А чего Вадим хочет? Спросите, пожалуйста. Ура, нас выебут. Не, нас выкинут в космос. Ура! Зато меня не сожрала никакая кринжа. Довольно. Че? На улице? Ха-ха! Тремоли летает из-за опасных условий. Ну, по крайней мере, мы умеем прыгать с тобой, да? Да. Как они умели прыгать? На эту игру есть моды, да. Да. Разные монстры, и скинчики. Ура, F. Давно двойки не получала, конечно. Здорово, ребята, здорово. Здрасте. Команда улетела из-за опасных условий. Ну, не умеем мы летать, не умеем. Ну, сейчас умираем, короче, сейчас нас уволят. Ну да. Сейчас давайте мы прилетим на The Company. Блять, выключи мудака. Пока. Я видела, есть мод мимика. Есть, кстати, мод на разные костюмы. Есть мод на пердёж для мины. Я видела мод, где типа вот эти жуки, которые Дашку убил, они такие... Юпи, юпи! Да, юпи, юпи. Ой. Да хорошая игра, хорошая. И хорошая, просто... да. Так, ну чё, чё вы? Знаете, поскольку нас все равно выкинут, я считаю, можно сделать веселый сюрприз. Короче, Даш, иди сюда. Даш, Даша, Даш. Да. Давай, жмем на колокольчик, давай. Жми очень много раз. А кого сожрала? Я, блин. Элю. Сик. Вместе навсегда. Блин, ну надеюсь, а мы питательные. Вообще, мы должны были принести весь мусор и отдать вот этой хрени, она бы съела мусор спокойно. Но мы его всрали. Ага. Да. Вадим мы поклоняемся какому-то существу, ну, хорошо, из-за ладно. Этого. А да, кто Вадиму кинул 20 тысяч-то? И мы приносим ему мусор, чтобы выжить. Он же Кракен! Кто этот невероятный Кракен. Человек? Да, все да, очень себе. Хороший человек, согласен. И передайте Вадиму, говорите, что он близко. А чё они нас скормили, эту муёбку, и летели? Может, пойдем тоже умрем? Так они сейчас тоже умрут, да. Они сейчас в космосе сдохнут. А мы просто умрем. А, мы тоже сейчас умрем. Да, советуем спрятаться за чем-нибудь. Так мы все равно это не поможет. Ну да. Ролка еще 10к. Ролка 10к и рука 10к. Блин, вот я. А! Опять на сверхкексика. Я на самом деле Вадиму по-хорошему завидую, потому что. Когда я только начинал стримить, у меня не было такого, что мне донатили по 10к. Для так, новичка вот. Это вообще... Все, мы все друг друга видим. Ну что, короче, пускай сейчас эго выбирает. Кексик, пожалуйста, дай эго выбрать, куда мы летим. И давайте куда-нибудь тебе попроще. Кексик. Кексик. Я хочу исправиться. Хорошо. Не надо, Кексик. Друзья, кстати, у Кексика день рождения. Не забываем писать Кексику. Поздравляю и желать ему всего самого наилучшего. Да, спасибо большое. Это понимает всю самооценку. А почему дверь не открывается? Потому что мы в космосе. Блин, жалко, я бы хотела умереть опять. Да, ты не переживай. Смотри, Кекс. Я заказал 2 фонарика. Да, я купил 2 волки-токи. А рацию? Кексик. Это волки-токи. Так фонарики, блядь, или рация? Я не понимаю! Я 2 рации купил, волки-токи. Бля. Я волки-токи заказал. Короче, я остаюсь на базе в этот раз.
Так, ребят, я куплю нам очень хороший фонарик. Вы не против? Вообще без Б. А чё не дешёвый? Купи дробовик. А потому что он хреново светит. Или это мод? Что в мод? Говорю, дробовик купи. Или это мод? А это нужно украсть у одного монстра. Выглядит как щелкунчик, но у него глаз внутри башки. Так, говорю сразу. На этой планете у нас есть огромные червяки, которые появляют вечером. Прикольно. Похуй. О, тут гитарист такой няшный, поздравление. Блять! У меня один вопрос, он живой? Я пойду сбегу за телом Кексика. Что? Аккуратно, пчелы. Бля, куда Кексика тело упало? Вопрос тот же, кстати. Что? А, ну можно же предметы забрать. Ну? Кексик помер, и, в принципе, похуй. Ребята! Аккуратно, пчелы снизу. Ты нашла тело? Не. Где, рацию не взяли? Да. Дайте мне одну. На. Включайте на Q, а на левую кнопку мыши давайте этот сигнал. Ну все, погнали. Ну вы погнали, а я... Нам... Это... А. Ну пойдем даже. Гексик, с днем рождения, если ты меня слышишь. Орел, орел, я ястреб, как слышно? Алло. Как слышно? Слышу, заебись, погнали. Хорошо, ты видишь меня, да? Да, слежу за тобой. Окей. Дашка, вот Дашка зашла. Если ты видишь красный кружочек на карте, говори сразу. Ну окей. Там, по-моему, как турель, если... Турель? Ну да. А, не, она что? В другом месте. Выйдите пока вперед. Если что... Стой, 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 стой! Вот, прямо, прямо сейчас иди, Эго, прямо, куда смотришь. Вот сюда, да? Вот сюда? Да, до конца, там лут. А, окей, тут кружка. Короче, если ты вдруг видишь зеленые эти штуки, да, это предметы. Ну вот, да, и тупик там. Окей. А вот чего тут перед твоим лицом красное на стене? Это дверь или что? Да. Ну вот если туда зайти, и там может... Так. А, слева от вас красная какая-то хуйня мелкая там бегает. Блядь. Там красная. А чё такое X8? Так, подожди, Эго, Эго, иди сейчас вперед, вперед иди. Вперед? Вперед. Налево. Налево? Так, слева какая-то хуйня, а ты поверни направо, направо. И вон там, назад, назад. Там вот хуйня валяется. Другую сторону, блядь! Бля, окей. Во, да, до конца. Мысли страшно, с тобой Даша. Вон, берите. Молодцы, молодцы. Не слышал, там что-то огромное булькает, мне это не нравится. Прям звуки стрельбы, типа? Не, ну там какие-то как булькания, не знаю, какое-то несварение. Это Кексик. Ну
Но там пусто. Ага. Вот вы где ходите, там больше ничего интересного нет. Какой? Ну вот ты сейчас который смотришь, раз. Перейди на точку, она просто стоит на лестнице, что ли? Ну пройди вперед. Окей. Ну вот еще впереди, вот там лестница или что, там красная точка. Может это мина? Там это черная хрень, короче, которая тебя с шею свернула. Подожди, вот здесь? Да, вот. Вот, да, вот на вас рвануло. На тебя. Вижу, да, это хрень, которая ползает и на бошку Бля, бегите! Все, она ушла, она вернулась обратно на позицию. Она ушла? Да, она обратно вернулась, где была. Пойдем на корабль. Аккуратней, она там ходит! Окей. Аккуратней, все. Там еще какая-то хуйня. Тихо, стойте. Бежит к вам! И пришла еще одна хуйня! Вы что, второй приходите? Я отдал ей эту хрень, потому что она бы меня убила. Блять, там, короче, она принесла эту хрень большой хрени. Я знаю. Да, что нужно пиздец, как срочно. Там у вас маленькая шваль бегает. Даже не подходи к ней близко просто. К вам там еще приближается большая шваль. Отдай любую вещь, отдай хоть фонарик. Какая-то хуйня ушла. Ходит вокруг корабля. Бля. Скорее всего, собака. Даш. Даша просто стоит в углу. Не надо, пожалуйста. Вы что вообще делаете? Эка, там здоровенная хуйня у тебя, беги. Блядь! Почему дверь пиздец. Вы как померли вообще? Короче, их зажали, блядь, да, насекомые. Нас буквально зажали.
и хрюк какой-то зажал, и слизень. А, вот что это было здоровое такое. Да, там сначала рюк пришел. Короче, нате рацию, берите кто-нибудь. Или... А все, не надо рацию. Бля, я хочу играть в эту игру, она страшная. А мне нормально. У меня Дашку, не я Дашку только в это, только рядом с тарелкой слышу. Бля. Дашка, ты классный. Может, пересоздадим лобби, потому что Кексик не видит Дашку. Я не вижу Дашку. Не, я Дашку вижу, но она у меня плеер один. Ну, давайте я пересоздам, нет? Давайте пересоздадите. Давайте пересоздам, да. Угу, ща. Да. Так, пригласить в лобби и пригласить в лобби. Бля, мне так страшно было, я не хочу туда больше идти, там страшно. Хотите, я вас расстрою? Ничего страшного вообще. А теперь Дашка, Дашка пока... О, Дашка нормальная, привет, Дашка. Нормальная Дашка. Крапец, ты не плеер какой-то. Кексик, больше хоть... не выпрыгивай на ходу. Хорошо, я вас потише сделаю, да, без эхо не слышно. У меня хоть и голодная Путина, но она, даже она испугалась этих монстров. Короче, я вас расстрою, но здесь сейчас будет жесткий потоп, потому что других планет нормальных нет. Бля. А ну сейчас, подождите. Гастинг. А сколько максимум игроков реально? А, можно скачать мод, и будет больше, а чем без 4. Мода? 40. А, 4 только? 4. Ну, кун, все, да, получается, в дисик не нужно. Мы поменяли тебя на эго. Хотите, я уступлю мемста? Не-не-не, Даш, да ты сиди, играй. Нет. И можно моды поставить, будет больше. Нормально, Даш, ты не бойся. Игра... Давай, сейчас будем вместе ходить, хочешь? Хочешь? Сади корабль, Я ходила с эго, мне было все равно страшно. А ты со мной ходи, со мной не будет страшно. А. Китайцы сегодня в тиме, 18 человек играли, блядь. Кексик, да, Кексик, можно, стой, Кексик, Кексик, ты куда, людей? Блядь, Кексик? Дашка, сам кто? Давай, Даш, пошли, пошли. Погода, смотри, прекрасная погода. Тут я стою. Лужи. Видите лужу? Вы утонете, если наступите. Да. Где Даша? Она еще живая, нету. Ура. Все, погнали, let's go. Блядь, ё, нет. Блядь, все, Кексик, помер. Я тебя молю. Кекс. Твою медь. Да вон он, вон он. Аккуратно. Кексик! А! Куда ты побежал? Ну я спидранить, у нас же потом. Ну какой нахуй спидран, Кексик? У нас Дашка. Ну все, главный вход, Дашка. Дашка, пошли. Нет, я тут. Нормально, давайте, я налево. Знаете, что здесь самое страшное? Что, Даша на пусе? Это башка... Нет, это башка на пружине, которая следует за тобой, пока ты на нее не смотришь. А, я видела. Кто куда идет? Ой, я нашла ключ. Окей. Мысли, кто куда идет, Даша? Мы ходим вместе, мы команда. Мы кам, а не команда. Я нашел вклад. Тут есть вещи. На 56 штук. Ну. Не штук прям. О, большой болт. Да, вот. Болт и еще один совок болт. Совок для пыли. О, совком можно драться? А, не, нельзя. Не. Ну и хуй тает совок. Где Кексик? Он опять сдох. Не знаю. Кто вот эти вещи? Сейчас я заберу вот эту огромную. Идем на корабль отнесем. Ну, пойдемте. Я вижу жижу. Жижа, жижа, да. Так, подходим и выходим сразу. О, все, окей. Пойдем. Пойдемте. Я не хочу, чтобы меня съели слизни, блять, из Геншина. Это получается гидрослизнь. Блядь, тут везде вода, нахуй. Должно отлить.
Блядь! Куда должно отлить? Что? Сева обычно ходит отлить, нахуй. Где наш корабль? Вон там, с левой стороны. А! Нет, нет. No, мистер Фиш. Бля, реально кексик помер? А где Эго? Эго! Блядь, Даша, это ты? Где Эго? Да, ч... да, я не знаю. Бля, он что, он утонул? Бля... Что там было, лом получен или что-то типа такого? Бля, как Эго-то утонул? Ёб твою дивизию! Даш, сиди на корабле! Хорошо, я не выхожу! Все, следи за мной, если что, улетай, если я умру. Я стараюсь выжить. Все хорошо. Я живой. У меня есть огромная волына. Мы улетаем или... Ну, Кексик забрал лампу, он должен, по идее, прийти. Кексика там нету. Бля, как тут много воды. А как вы пробирались? Я не знаю, ну вот... Давай. Бля! Ты помнишь в этой воде? Или нет? Ну, короче, тут стало больше воды. Иди Блядь. Сюда. Нет, я стараюсь жить. Блядь, а где болт? Я что-то открыл. Я его... Эля. Прыгай! Нет! Живи, пожалуйста, живи. Ну, сука! У меня открылся какой-то чат на полэкрана. Как его закрыть? Ладно. Мы выживем. Мы обязательно выживем. А, у меня есть два варианта развития событий. Либо нас затопит и нам жопа. Но у нас еще Даша кры... Ладно, короче, я поплыла, давай. Ни хрена. Видал, что могу. А, тут можно плавать. Даша, здорово! Здорово! Сейчас я приду. Меня... А тут нет монстров в воде? Не показался ли я кексику услышал? Я слышал, как кто-то простонал. Ну ладно, все, полетели. Помогите, помогите! Кексик! Кексик, прыгай, прыгай! У меня дорогая! Дай мне в руки, все хорошо. Кексик, ебать, ты выжил, красавчик! Да! Эго, я не могу, мы тебя бросаем! Все хорошо! Не надо, все нормально, он выжил, он выжил! Прыгай на лесенку, все хорошо! Я никогда не была так рада кексику, пишу в чате. Короче, эта штука была прямо у экстренного входа. Пипец! Все поплыли. Ура, кексик! А я лечу такая, Даша, если я умру, запускай корабль! А я куда? Я дохожу, блять, кексика мы проебали сейчас назад. Эго, бля, хуй знает где. Эго в результате стоял где-то на островке и такой... Бляха. Не крови мне фигня на полэкрана. А мы за... мы выпилнили квоту. Ну нам, короче, нельзя... Короче, рации можем купить? Можно, да. Пошли. Давайте купим рации. Может, еще один день вот так пройдемся и... на квоту. Ну давайте. Только нам надо обязательно, чтобы кто-то выжил, иначе мы проебем все, что было на корабле. Ну, это кому-то перепишут. Давайте Мунс. Так, и просто Мунс... у меня что-то открылось. Консоль, типа. Какой Мунс? А это нормально всегда было.
А как закрыть? Какой закрыть? А я не знаю. Блин. А какой лучше планета? Я хочу Дине, как будто динозавр. С динозаврами хочешь планету, Кексик? А может не тут... надо? Ну тут планета Дина, это как будто динозавр. Или Титан. Блядь, что за уебище на русификатор? Почему мануал не переведем? Ну, потому что... Дега, что за планета Дина? Кто какой полочке будет спать? Я хочу спать на второй полочке. Я на самый верх. Я на полу посплю. Я тогда между Эго и Элли буду спать. Тут пишут, что слэш попробовать нажать. Слэш? Да. У меня не... нет. Бляха. Почему люди там пишут просто Кексик, динозавр, Кексик? Я завис. Ну, блядь, ну Эго, пиздец. Пиздец. А, нет, я отвис. Нет, у меня не закрывается. Ладно. Да ладно, оно все равно, когда мы закончим играть, закроется. Короче, погнали на Асурансе. Погнали. Блядь, что это за Кексик? Нет. Кексик. Эль, мы успели сменить планету? Я не знаю. Да похуй. Let's go. Даша, не... Стоим, никуда не бежим. Даш, молодец. Сиди на попочке ровно. Жесть, спасибо большое за если вы... Блядь, что за звуки? Если вы слышите собаку, не двигайтесь и не говорите. О, червяк! Блядь! Это червяк. Знакомься. По-моему, кого-то грохнуло. Или мне кажется. Да. Кексик живой. Ты уверена? Да. Дашу, видимо, ёбнула. Походу. Мне кажется, Даша там обосралась. Нет, Даша тоже живая. Что? Тебе в порядке? Бля, я не понимаю, блин. Даша жива или нет? Мне кажется, что нет. Да, видимо, Даша умерла, это Кексик там бегает. Пойдем тогда внутрь к Кексику. Пойдем. Ну иди. У меня, блядь, почему-то открылась эта консоль на полэкрана. Бля, а где тело Даши, если она сдохла? Ее сожрали. Не знаю, я, наверное, червяк сожрал. Пиздец, бедная Даша. Просто вот эта хрень, типа, когда вот эта вот здесь трясется штука под землей, видела? Такие черные частички. Ага. Ладно, пошли. Оно типа. Оно типа фигачит из-под земли. И. О, Кексик, а не Эго. Не. Мне уже здесь не нравится, окей? Мне уже здесь не нравится. О, прыг... Давай. Чё там? Слышь, тут? Да. Тут, короче, смотри, есть стеснительный... Ты слышал? Есть, это стеснительный монстр, у неё есть, короче, этот на хвостике такая фиолетовая штучка. Если она на тебя смотрит, просто не двигайся, но говори что угодно. Она может к тебе сейчас прийти. Окей. Ты не будешь прыгать, да? Нет. Я понял. Я нашел огромную хрень. Эка, давай, я попробую прыгнуть. Нет, надо, идем на корабль, сейчас улетит. Чё, кто улетит? Блять, Кексик с Дашей сдохли, что ли? Они вызвали этот пилот. Блять. Крижули сдохли. А нет, вот кто-то еще живой. А, ну. Блять, там собака. Открой! Ну нахер! Что, мы Эго бросили? Да, его собака съела! Я принес бутылки и болт!
Пиздец, чипи-чипи-чапа-чапа. Луби-луби-лава-лава, мальчику люби-люби-бум-бум-бум. Я была уверена, ты сдох, Кексик. Да я бегу на экстрим. Даш, ты как померла? Я вышла из этого, Эрик кричит, там червь, и меня он скидает нахуй. Давайте купим телек, ребят. Не, уезжаем, уезжаем, нахуй отсюда, блядь, пошлите деньги, у нас квота. Все, мы полетели, это, давайте вещи. Угу. Я чуть сус, это, свою вот эту радиоактивную письку. Так, только смотрите, по мануалу мы складываем вещи, звоним 3 раза и отходим. Да. Отдайте мою радиоактивную письку, все, моя. Пиздец. Тут еще есть предмет, ребят, мы не все забрали. Я мы еще. Еще. Да. Нажимайте. Кексик, радиоактивная писька. Офишели. Даш, только рацию не надо тащить. Что? Все. Рацию. Рацию не надо, да. Все принесли? Все. Да, теперь отойдите, пожалуйста. Хорошо. А че он не сожрал? Отойди, пожалуйста, мне страшно. Ну что-то. Бля, ну забери, пожалуйста. Все, тихо, тихо, тихо. Что-то он не голодный. Он сейчас должно сожрать. Блять. О, все, захавал. Если вы что-то хотите купить, говорите сразу. Мы живы! Давайте телек, телек купим, телек. Стой. А рации? Купи хотя бы одну рацию. Зачем одну? Надо брать минимум 2 кекси. А у нас есть одна. Нет у нас. Не купить одну волки-толки или 2 волки-толки? Так зачем нам одна? Нам 2 надо. Так вот, одна лежит. А, да? Ну тогда одну купи. О, Сева, Сева пишет. Собака писала, собака какала, собака села и заплакала. А вот слушайте, я видела, есть локация «Дом». Это мод или... Она стоит денег, она стоит денег. Но есть мод, чтобы брать цену. Слушай, клип, где Эго орёт около собаки. Алло, меня слышно? Да. Да, заберите вещи там, заберите вещи. Какие? Там прилетели вещи. Короче, Эль, у нас нет телека, но мы можем купить туалет. Купить милые цвет. Я чё? А чё прилетело? Я не знаю, просто ёлка прилетела. А, Новый год, Новый год. И чё? А чё прилетело-то? О, рация. Спасибо. Чё прилетело? Чё хотел? Рация. Одна рация. Чё говоришь? Чё говоришь, Эго? Ты можешь купить вот туалет? Да, я могу купить туалет. А зачем он нам? Не знаю. Но я могу еще купить нам милый свет, типа. Милый свет? Ну, тут, короче, будет гирлянда вот по этой стенке идти. Когда будет выключен свет вот так, то она будет светиться. О, покупай, давай. Это стоит всех вложений. Это стоит 140. Бля, слышно? Бля, да похуй, покупай. И полетели куда-нибудь. Ща. А квота? Ухуёво, ты кекс. Мы закрыли. Можем купить золотую рыбку и еще можем купить... Да, давай сильно не тратиться. Давайте накопим 900, на, чтобы телепорт. Мы не ходили в оранжевых костюмах. Нет, мы будем ходить в этих пижамах. О, давайте, давайте, да. Давайте накопим. Так, что у нас с планетом? Чё говоришь, чат? Чё говоришь? Алло, ты выходишь на связь? Кексик, ты стоишь напротив меня. А, привет. Привет. Как дела? Нормально, а твои? А как ты меня слышишь без рации? А это магия, Кексик. Все в этом мире физика, если не знаешь магию. А меня слышно? Да. Нет. Привет.
Капец, вот это уютно вообще. А как вы меня слышите без рации? Бля, можно открыть и выпустить кексика в открытый космос, пожалуйста. Чё говоришь? Чё говоришь? Ничего. А сколько у нас денег, эго? Ноль. У нас 249. Мы трудимся на благо какого-то лохнесского чудовища, да? Да. Ну, ради организации мы вступили, мы без это, мы безденежные, мы включили, мы в отчаянии вступили в организацию. Не, вообще нас просто так. Что говоришь? Блин, вы знаете, кексик так томно дышит, когда этот ходит один такой. Ребят, кто остается в корабле тогда? Кексик? Не знаю. Нет! Могу я остаться. Ну давай все тогда, пока. Давай, все. Я, у меня жажда приключений. Хорошо, у кексика на попе жажда приключений, все, погнали. Блять, кто пернул? Я. Даша, Эля, как, а как ты быстро, Эля, как ты быстро переключала игроков, типа? В смысле, кого, как, ну, где? Ну, типа, вот кексик, а потом еще, типа, кого-то выбирала. Ну, вот а кнопка как? Белая. Переключить где? Камеру наводишь. Бля, как тут свет включить? Как... Подожди, где белая кнопка? Белая кнопка над красной. Ну, слева на мониторе, да, над красной. Вот, возле радио, возле радио. Всё, летс го. А я думал, это сова. Вот тут, эго, вот тут. Вот, вижу, да. Даша, пошли, дади сон. Пошли, я иду за тобой. Давай, пошли. Мы со всем справимся. Или умрем. Не-не-не, Даша, все нормально, мы уже, погнали. Пошли. Все, погнали. Блять. Ну пошли направо. Налево не ходим, мы идем направо. Почему? Может, кексика дождемся? Кексик! Кексик! А, не меня зовут. Кексик, ты где? Меня кричат. Кексик, ты где? Я тут, а я... Блядь, стрим... пошли! Ну, блядь. Ну, ладно, я буду вместе с ними. Я хотел один. Чё, куда? Блядь, кексик! Сука, не ходи один. Никакого нету. Комната с лампой. Тут еще что-то есть. Блять, они лампу взяли, нам пизда. А что, нельзя было? А когда лампа монстров призывает. Блять, а как выйти нахуй? Где выход? Пойдем обратно, я запомнил. Ой, блять. Чё говоришь? Все, да, я пошла, говоришь? Пацаны, давайте, пока. Ты за мной зачем идешь? Даш, иди к кексику. Мне страшно. Даш, иди с кексиком. С кексиком не страшно. Он надежный. Не оставляй меня с ним, мне страшно. Даша, кексик мужчина. Как тебе может быть с ним страшно? Мне страшно. Даш. Хорошо, да. А, нет, иди прямо, не туда. Назад. Ё-моё, ты спустился вниз, окей. А, там, около стенки, если смотреть от себя... Окей, там вот красная хрень, да, лучше туда не идти. Даш, давай... Ты... Давай спиздим улей, короче. Вон, видишь, ага. Улей? Так. Цепные пчелы. Давай, я, короче, бачу на себя пчел, а ты берешь улей и уносишь. Давай. Ага. Даша! Даша! Мне пизда. Все хорошо, Даша? Как ты сперла его? Ну. Только не говори мне, что Эля сдохла. Эля сдохла. А, развернись. Ну заберите мой труп. Развернись и потом поверни направо. Ну труп мой заберите. Нет, налево. Суки. Да. Нет, да, сюда правильно. Поднимайся наверх.
Тут предмет, кстати. Это как говорит. Давай я забочу себя. Поднимайся, да, вот сюда. Давай я забочу. Там пчелы, там пчелы, там пчелы. Они агрессивные? Да, агрессивные. Тексик, аккуратно, там пчелы, они агрессивные. А где Элен труп? Я не знаю. Я надеюсь, Даша найдет мое тело. О! Ты принесла Элю? О, боже. Подождите, дайте я планету проскалирую, посмотрю, сколько еще. Элли, я тебя спасла, твой труп жив! Тут еще 6 предметов на 400 этих монеток. Не так работает! Я не знаю. А, Тексик уже пошел. Тексик, сильно независимый. Да, я слежу за тобой, все не, хорошо. Нет, ну я считаю, что Элли придумала план капкан, как бы, да? Excuse me. Нормальный план. Гениальный план гениального человека. Погоди, кексик там был. Ничего у вас пока не вещей. Пока нету ничего. Не знаю, мне кажется, чикарить надо обязательно делать нарезку, потому что... Вот туда, куда ты смотришь, да. Мне кажется, если целиком смотреть стрим, это не так весело. Но если делать нарезку этой игры, это ржака. Чикарита в чате? Тут друзья, я считаю, нужно донатить. Нужно донатить. Вниз, там шкафчики. Обидно, что Вадиму кинули 30 тысяч сегодня. А мне 150 рублей. Обидно. Обидно, девочки. Блять. Вот тут в шкафчике дальнем есть предмет. Или ты уже... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот тут внизу где-то должен быть. Тебе завтра накидывают. Справедливо, нету? Справедливо. Бля... Не, у меня просто деньги закончились, а мне завтра на ресницы идти. Я не знаю, как я пойду на ресницы завтра. Короче, у меня ебучая побочка... Блин, Нелли такая красивая, я в шоке. От антидепрессантов. Интересно, сколько она будет стоить? После того, как я их выпью, у меня какое-то время натурально ломает кости. Прям ломает. Ты идешь обратно, да? Я сегодня проснулась в 6 утра и не могла уснуть, потому что прям ломало, Леша, меня колбасило, как наркомана. Я до сих пор в ушах её крик, Даша! Ты понимаешь, что если когда ты берешь труп в руки, то у всех камера такая выглядит, как будто это задрон какая-то. Бля. Если осторожно, тут могут появиться... Я вот не знаю, мне продолжать купить эти таблетки или нет. А еще тут этот Рой, скажи, что тут Рой. Потому что вроде бы с них легче, с одной стороны, а с другой стороны... Если бы они били молнии, тогда да. Не знаю, вчера с них было хорошо. Залезай, Элли, труп, если что, здесь. Эля, короче, придумала гениальный план. Закрывай. Ради вас куплю игру. Она, короче, да такая, говорит, без смотри, модов. Там Оли, я байчу на себя пчел. И это... Спасибо, нереалка, за донат. Я пизжу улей. Пиздили? Бади, о, живу коммунист. Сегодня играли с модом на скин Волкера, жестко обосрался. Какую хорошую оценку. Блин, а... О, а! Если да, моды... Аж. Даш, ну зато мы спиздили ули. Если ставить моды, то это нужно, чтобы все поставили, чтобы был один и тот нет, же мод. Нет, есть моды, которые не для... Ну, типа, может поставить только один чел. Хочу поставить, например, чтобы... Юпи! Юпи! Юпи были. Да. А можно из бумбокса? Блин, смотрите, как у нас уютно вообще. Вот как прям да, уютно. Смотри, если поставить мод на то, чтобы в магнитофон можно ставить что угодно, то тогда да. О, реально, просто взять магнитофон и пойти туда внутрь, слушать инстасамку. И чтобы вы понимали, все монстры будут под это танцевать. Бля, кайф. Короче, нам нужно еще заплатить и заполнить квоту. Давайте, да. Блин, 105 тысяч доната рублями. А? Ты действовал наверняка. Не, рука, 10 тысяч кинул, рука. Ты чё творишь? Умоляла о донатах, но ты снова
и снова кидал свои хаппи, хаппи, хаппи. Это жестко дальше. Я в ахуе! Я задонатил 5к. Рука! Признайся, что задонатил. Ты что, богатая? Рука, ты чё, бабка? What the fuck? Сейчас соседи снизу, сбоку и сверху узнали, что мы кинули 10 тысяч. Блёшь, жесть, рука. Рука, покажись хоть в чате. Дай тебе чмокну. Мне кажется, Эля так на 55 тысяч не реагировала. Не, когда мне кинули 55 тысяч, мне просто плохо стало, реально. Я сажу корабль. Давай. Блин, рука, спасибо. Спасибо тебе большое. Боже. Спасибо. Хороший мальчик, хороший мальчик. Большое тебе спасибо. Все, вообще. Я прыгаю. Нет, Даша, не нет, Даш. Где Даша? Спасибо тебе если большое. Что, я слежу за вами. Реально, спасибо большое за поддержку, за помощь. С ипотекой, Вадиму и всем остальным. Спасибо, вот реально. Дай бог тебе здоровья, как говорится. Реально. Вот там тыква, кстати, ура! Слушай, Кексик, а давай я тебе на эти 10 тысяч закажу пиццу. Еще одну. Бля, где Кексик? Кексик? Кексик, ты можешь вернуться к остальным, мы не потерялись. Блядь. Кексик вошел внутрь. А где вход? Делай алерты на 10-15. Блин, надо, но я не могу никак девочки, придумать. Девочки, вы найдете выход или нет? А где? Нам куда? Налево, направо? Вам... Идите сюда. Стойте. Идите сюда. Сейчас, так, подожди. Ага. Вот, вам вот сюда поднимайтесь сверху на горочку, и там будет main entrance. Главное, сканируйте. Вон туда, вот наверх на горочку, куда я смотрю. Вон туда. Бля, куда? Ты что, не поняла? Вон, а, вон я вижу, да. Короче, я не знаю, что поставить. Я бы на самом деле хотела бы записать какую-нибудь песню, вот как тогда с Лексом. В принципе, мы с Лексом встречаемся в конце месяца. А какую вы бы... Давайте тогда вы мне накидайте, может, идеи, я в телегу сделаю пост. Здорово. Здорово. Банка соленых огурцов на корабле. Сантиди проме такая жизо. Хочешь месячный вне цикла? Ну ладно. Да что? Кажется, у тебя давно не выкручивало ноги. Да что? Ах да, и держи смачный привет. Да. Теперь ты вообще красотка с марки лавки. Бля! Как страшно! Как тебе помочь? Не знаю! Мне она тоже я... просто вылезла, но я двигаюсь. А я не двигаюсь. А подожди, может я застрял? Это можешь как-нибудь перебрать? Шалута, да, с антидепрессанты вообще, они все так по-разному работают. Нет. Это полный пиздец. Чё, пиздец. На месячные они влияют, на вес. Но я вот, кстати, у меня сейчас аппетита нет с нынешних антидепрессантов. Дашка бежит сюда. Мы, наверное, сейчас полетим. Ну вот, ломает ноги, выкручивает. У меня впервые такая побочка. Ребята, Эля, я знаю, да. Эля сожрал маленький червяк, который проснул ей мозг всякую фигню. И стой, куда ты бежишь, Дашка? О, я двигаться смог. Все, ура. Да, только у меня консоль открылась. У меня тоже, я не могу ее закрыть, это надо будет перезаходить. Ты вниз головы можешь избавиться, если тебя направят к двери. Какой двери? Выходной? Игра хороша. Я, наверное, пойду еще раз пройдусь. Даша, пойдешь со мной? Нет, я не пойду. Почему, когда я со всеми иду? Они все убирают, эти буи. Интересно, как долго ее будут переводить? Да, я очень жду выхода продолжения в финалке ремейка. Я бы ее пошла сразу проходить. Больше ничего не было. Спасибо, Кадаша, Шарлотта за донат. Кекс, как тебе идея просто улететь? Ну блин, у нас денег мало. У нас нет, нас хватает только на 240. Надо выйти на улицу, да, чтобы спастись от червяка. Пон.
Надо еще 7 рублей на квоту, я быстренько. Хочешь? Окей. Кексик не умирает, чтобы мозги не умирали. Я буду ему говорить. Хочешь, может, ты с ним разговаривать? Нет, я не хочу. Окей. Ну вот, смотри на монитор. Если будет красная штучка прямо на нем, он умирает. Она так хотела жить. Надо будет купить лопату и дохей. Какую лопату? Шинеси лопата. Какая лопата? Где лопата? А, там красная хрень, аккуратно. Где лопата? А, если повернешь, если повернешь направо от входа, там будет огромный склад с двумя ущами. Нет, 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 нет. Нет. Нет, если беги. Ах да, держись, мать, не привет. Я знаю. Не иди к ним, Кексик, не иди к ним. Развернись. Иди, иди там склад, не папа не приведи. Вот один, и сзади тебе второй. Все. Иди домой, я считаю. Смешно звучит, как тебе тут помочь? Тут нет красных кружочков, но тут еще вроде бы лампа есть. Верно. Сука. Да, он взял лампу. Это на 10к хотите? Он же свет включил. Блядь. Олег, как тебе помочь? Не знаю. Все, иди домой, Кекс, сейчас 3:37. Как тебе помочь? Не знаю, лампу. Бля, там эти хрени обглатывают труп Элли. Но они, короче, взяли труп Элли и притащили к, ее, к их любимым вещам. Я не знаю, что они делают с ним, но... вроде да. Даш, можешь не переживать, пожалуйста, переживай. Да, правильно идешь, все хорошо. Смотрела это со стороны, и мне так грустно стало. Даш, с ней все будет хорошо. Не надо там улей, иди прямо. Да, Кексик, прямо, прямо, прямо. Дашка, Дашка. Давай я отвлеку, а ты возьмешь улей. Давай. У меня для вас очень неприятные новости. Там над трупом Элли издеваются. Кто? Ну там, смотри, если я сейчас переключусь на Эллю, там будут эти два жука. Пиздец. Они притащили труп Элли туда же. О, вскрой подарок. Меня еще и жуки ебут. Они насилуют Эллечки в труп. Нет, они ничего с ним такого не делают. А что тебе дали? Я выбил Рубик-Рубик. Прикольно. Рубик-Рубик. Дашка, пошли, пошли, улей. Пошли, улей. Кексик, вас может червяк сожрать. Да пофиг, улей. Если нам дадут 20 тысяч штраф, я... Окей, я разговариваю. Дашка, короче, я пробегаю, а ты берешь улей. Но мы помним, к чему это приводило. Привет, Кексик. Привет. Я повторил вашу с Дашкой комедию. Блин, а мой труп заберут? Не знаю, Кексик, надеюсь. Ты взял с собой, да? А, да, что ты? Подожди. Давай все, Кексик, валим умер. Отсюда, Кексик умер! А, труп Кексика забрать! Почему? Почему Кексик травмирует? Короче, Дашку травмирует. Я пойду стрим переименую. Это отвратительно. Я знаю, я сочувствую. Пожалуйста, не плачь. Хочешь устроить сессию? Дашке нужен психолог. Ладно, давай призовой подожди. Дашка, я жив! Даша, Даша, я переименовала стрим. Ни хрена вы дорогие. Давайте купим лопату. Ты понимаешь?
думаю, что я все, что я слышала, он тебе заблокировал твой рот, и все, что я слышала, это Даша. Пойдемте лучше квоту сдадим. Не, у нас еще один день есть. Не, пошли квоту. А как тебе помочь? Ну, друг, мы сейчас потеряем лут. Лучше сдадим, пока у нас куча денег. Сука. И, Эля, чтоб ты понимала, они потом, вот эти вот маленькие букашки, они притащили твой друг к своим любимым вещам. Я видела, и да. И что-то с ним делали. Это тут... Причем их там было несколько. Да пиздец. Да положите, нахуй. А кто останется на корабле? Кто останется? Подожди, не, мы не вещи сдаем. А, мы уже относим? Ну, да, чтобы просто побыстрее кекси предложил. Мы еще купим всего. Да, нужно как раз дофигачу. Давайте телек купим. А я не знаю, будет ли он в продаже. А есть смысл продавать ключ? Нет. Нет? Оставить? Mm-mm, оставь его. Тогда я его положу в шкаф. Хаппи, хаппи, хаппи. Это а рация где? Рация я положил в этот. Моя рация. Правда. Бля! Тихо, тихо, все хорошо. Положи эту штуку туда. Бля, тихо. Бля! Всё, 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 но больше не хочу. А, нет, подожди. Ну, зря мелкий рефандул, я считаю. Слушай, за... Ну, вообще, с чужого выглядит прекрасно. Видели в ТикТоке этот видос, где типа give it back? Да-да-да-да-да. Купи лопату. Да, короче, мы хотели на пижамы накопить. Да, но лопата ваша не есть. Да, подождите, лопату нужно купить. Не забывайте заряжать рации, ребят, вот тут. Да. Что? Короче, теперь ходим так. Даша с лопатой, я с Дашей. Кексик с рацией. Я ему до 5-1. Сейчас там должно прилететь. Я одинок. Для чего лопату? Я буду с лопатой, или ты будешь с лопатой? Нет, Даша, ты будешь с лопатой. В чате написали, что типа, если нет лопаты, можно привести к выходу. Да, и убить ее. А мне лопата дороже пижамы. Чтоб ты понимала, если ты выйдешь на свет, она умрет. Ну, типа, на солнечный свет. Дашка, Даша! Даша с лопатой! Ты, кстати, можешь въебать кексику. Дашка, уеби меня один раз. Ребят, смотрите. Ребят. Ой, это что? Ой. Это сюжет. Нихуя себе. Это сюжет? Ну тут типа есть запись о том, что что-то странное типа за стеной. Блядь. Или утонула. Там фонарик прилетел. Я не знаю, там фонарик прилетел. А можно мне фонарик? Да, хорошо. Просто так вот тут прыгнула. Она сюжетку не вот забрала, кстати. А, бля. Даша, если что, эти лопаты можно убить союзников. А ты получил? Ну, лопату, да. Нет, а сюжетку. Водичка тепленькая. Нет, она ж просто здесь есть, она существует. А, можешь не бить, Дашка? Дашка, так можно убить человека, аккуратно. Ну, не бей, Эго, не меня. Сейчас буду орать, как Карди Би, знаете, вот эту. Да, Дашка устроила анальный делать террор, срала с лопатой. Дашка, если не бей меня. Если что, мы Элли даем фонарик, она заслужила за свои страдания. Иначе ты умрешь. Я беру фонарик себе.
Уеби меня лопатой, давай. Посмеешь, ты посмеешь? Да вы заебали улетать. Блять. Ну ты писька, я не отдам фонарик. О, Кексик довыебывался. Как я его шлёп. Сука, Даша. Ёпта, Даша. Ты понимаешь, что блядь, ты не там слышишь, и вот этот труп на бутсе... Шуманяк! Я в крови. Даш, не надо, Даш, пожалуйста. Даш. Тихоская резня лопатой. Ты не убивай, блядь. Успокойся. Дайте фонарик. Дайте фонарик, пожалуйста. Дашка, у меня фонарик. Спасибо. Пожалуйста. Ну мы если что квоту доставили, мы можем сейчас спокойно летать и не париться. У нас новая квота уже. Да, у нас 391. Пиздец. Блин, надо было все-таки еще один день сгонять. Ну, погнали. Попросили обязательно выложить стрим на второй канал. Бля. Не, это обязательно. Я буду защищать Эллину попу, все. Спасибо. Нам нужно скачать мод на больше человек. А что за планета? Марш. Я могу с вами пойти. Не-не-не, сиди на корабле. А, окей. Так, чё, погнали, let's go. А здорово, эго. А здесь экстренный вход. Блять! Я знаю, что ты что-то говоришь, но я скажу, что задашь ты кексика. Кексик. Да. Куда? Блядь. Ну да, ты защищай меня. Я утонула. Подожди. Я просто бутылки сбросил. Кексик, ты где? Да, я тут, я тут. Эго, чё? Ой, пойду почить всё. Блядь, самое смешное, что Эля, блядь, новую, ей фонарик купили, а она... Кексик, не беги так быстро, я не успеваю за то! Ничего нету! Пиздец, страшно. Кексик, ты где? Я прошел, вот да. Так, что-то интересного. Тут заперто. Окей, я тут тоже ничего не вижу. А тут тупик. Короче, нам с Дашкой нужно перепрыгнуть качественно. Да, тут как бы... Оба, нихуя Кексик крутой. А, Дашка прыгнула. Дашка смогла. Дашка молодец. Блядь, тут хуйня с вентилем. Тут ничего нету. Дашка, не бей! Дашка, не бей! Я слышу! Бля, прости! Аккуратно.
Ладно, даже слабак. Ты закрыл? Давай, Сэнк, доброй ночи. Я все починил. Ты понимаешь, Кексик, что я, если я тебя сейчас, ну, убью, я останусь здесь одна, и я тебя тоже уберу, потому что я не найду выхода, я забыла... А ты рацию подбери, и тебя эго выведет. Ты... Алло. Алло, мы ничего не нашли. Ой, это Даша реально держала весь корабль страха. Это неудобно нас заспавнило. Дашка идет правильно, кстати. Да, это я первее Дашки, она за мной. Бля, где здесь экстренный это задний ход? Я не знаю. Бля, Кексик, блин, ну задний ход. Потому что могут вылезти гиганты. Но пока что на карте их не вижу. Бля, Эля, надеюсь, Эля по приколу не начнет резко эвакуаться. Ребят, нужен вопрос, кто опаснее, мобы или Даша с лопатой? Осторожно, тыква. Эля! Еее, класс! Никто этого не ожидал. Этот ваш хайповый сериал «Слово Дашки» просто лопате. Прыгайте быстро сюда. Блять, у меня пиво тяжелое. Что там за хрень? Дашка, ты отдашь лопату поиграть? Что там за хрень? Что там за хрень? Все, валим отсюда, там какая-то хуйня была. Я вижу. Дашка. Нет, я никому не отдам мою лопату. Уеби тогда меня ей. Ни за что. Дашка, уеби меня лопатой. Да блять. Ай, ты что, да? Даша. Все. Все, Дашка, все. Блять. Дашка. У нас уже есть 80. Я Дашка, считаю, не бей лопаты. Ребята, слышали про сериал «Слово Даши. Кровь на лопате»? Как вам? А можно фонарик купить? Пожалуйста. Что купить? Фонарик, а то я утонула. Что сказала? С фонариком. А, да, конечно. Фонариком утонула. Чё говоришь? Чё говоришь? Чё говоришь? Чё говоришь? А я чё-то бегу такая, ура! Сейчас спрыгну вниз, хуяк, там вода. Так неожиданно и неприятно. Ай. Конфирм. Монс. О, эксперимент. Было страшно. Просто знаете, у меня плохие ассоциации с вентилем. Я думала, опять закроешь вентиль, там что-то взорвется, или опять какая-то бабайка нападет. И я уже была бить, поэтому я кексика случайно повела. Я слышно? Да. Я слышно? Да. Да. Привет. Ребят, засуха. Ребят, можно я с вами схожу? Ну, хочешь, это, ну давай. Ну давай. Да, и кто-то... Короче, Эля идет с эго, а я сдам. А где фонарик? Ты фонарик заказал? Фонарик, да, сейчас прилетит. Кто будет Ули забирать? Не я. Ну хотите, я в этот раз на себя забайчу? Не, не надо. Я уже привыкла умирать. Что мы ждем? Где я? Я тут. На, держи. Спасибо, братишка. Даша, только пошли. Это фонарик. Пошли, Дашка. Пошли. Где Кексик? На Кексик уже съебался. Даша! Я бегу! Иди сюда, малышка. Почему у меня в голове вот эта фраза «Are you lost, baby girl?» Ой, бля, кексик. Улей с Дашей или Даша с лопатой? Ну, о, сильно, болтик.
Тут есть выход. Да, я слишком сразу. О! Блин. Бля, Гексик, тут ключ. Я испугался. Тут бэкфут, слышишь? Окей, мы остались здесь. Ой, тут эта склянка. Аккуратно. А, это вы тут. Мне очень не нравятся там звуки, знаете. Звуки вообще стрёмные. Что такое? Ключ? Ключ! Так я тебя молю, аккуратно. Ни хрена не петь. Пустите это. Спасибо. Вы посмотрите на потолок. У меня еще есть. Ключ? Где? Где? Куда? Кекси! Я нашел дверь. Нужен еще ключ. Откройте вот. Где? Не вот эту, вот эту дверь. Вот эту дверь. Эту. О, подарок. Да, это... О, подарок. О, открывай. Дома откроем. Кексик, это на Новый год. А это мне подарок? Конечно. Короче, возвращаемся назад. Мысли, мы ничего нихуя не нашли толком. Короче, я у входа оставил 3 предмета. У меня еще 2. Нормально мы нашли. Хрена. Я тут, пока вы тут ходили, зашел. О, оставил. Еще ключ. О, там хуйня вон эта, вон. Открывайте, у кого ключ? Че, забираем? Бля, подожди. Тут еще болт большой. И что-то собой. Ой, тут еще, да. Так. А кто так болт? Нет, давайте выход найдем. А кто болт? Болт, ой, возьмите эту хуйню-то. Сейчас возьмем. У меня заполнено, у вас что? Все, нормально, погнали, let's go. А как мы домой вернемся? Как? Ножками, кекси. Тихо, тихо. Куда пошли, сюда. Куда? Даша? Сюда. Даша, ты где кто? Это где эго? Где эго? Эго? Я свечусь. А? Свечусь как богоматерь. Ну все, веди, малышка, давай. Эти малышка? Сауями? Страшно, пиздец. А может Дашка вперед пойдет с лопатой? Не, нормально, но эго да, тоже. Бля, эго, ты точно так, помнишь, ты куда идти? Ебёт нас, нет. А? Блять! Нет, не сюда. Может быть. Так, подожди, по-моему, а нет. Вот тут есть подъем куда-то. Так. А... Тупик. Тут тупик? Нет. Это вот, да, не, мы, это мы отсюда, да-да-да, мы отсюда. Я эти трубы узнаю, если там еще закрытая дверь, то да. Нет, тут открытая дверь, нам прямо. Да, кексик, блин, кексик, по-моему, какая прямо. Память хорошая. Вот тупи. А, тогда нет, я перепутал этих, я дурак, простите, тогда нам направо. Блядь, ребята! Сюда, давайте сюда. Куда это налево? Да, где-то тут, ребята! Окей. Ребята, наверное, где-то тут. Вот тут эти звуки утробные. А мы точно не идем на монстра? Нет, вроде. Я видела, из вентиляции монстр появляется. Спасибо, Эля. Пожалуйста. Нам, наверное, сюда. А мы не возвращаемся назад? Давайте пройдем сюда вперед, потому что мне кажется, что может быть здесь. Ребят, мы заблудились. По-моему, отсюда пришли девочки. Давайте возможно. Сюда спустимся. Давайте разделимся. Нет. Хоть кто-то да выживет. Мы отсюда пришли, по-моему, мы оттуда. Или мы пришли отсюда, Эль. А-а-а. Мы пришли отсюда. А где Даша? А, я вот тут. Она. У нас лопаты. Ребята, вам еще немного, у меня разрядится фонарик. Это плохо. Тут... Это короче, пиздец. Нам нужно наверх явно. Либо на пиздец, я как бы. Тут тупик. Ну на пиздец, блядь. Я. Бля, ребята, пиздец. Да где-то тут, где-то. Кексик.
где кексик, реально? Я иду там. Впереди. Бля, тут паук. Нет, назад. Тут паук. Так у нас лопата и Даша. Бля, это Даша. Главное, в паутину не наступайте, пожалуйста. О, выход, экстренный выход. Давайте сюда, 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 сюда. Я нашел. Ура! Хапи-хапи-хапи. Мы заберем оставшийся лут и уйдем. Хорошо. Подождите. Мы ждем. Ты просто спускайся. Бля, пиздец страшно, нахуй, я в ахуе. Да, а че, да, тебе что страшно, ты с лопатой? И что? Она чуть с пауком в дуэли не встретилась, блядь. Ну его, знаете что, его можно убить да, тремя ударами лопатой. Много, бери. У меня один слот Пошли. Есть свободный. Иди ты домой, 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 мы все забрали, Дашка. Если вы видите огромную собаку, вы не двигайтесь и не шумите. Блять, отстой. Даже инстасамку нельзя петь? Желательно? Нет. Это пусть мне пуш купил. Эти Желательно вырубите микро. Если Фон! А, чё, будем пиздить у пчёл? Ну нахер что-то били. Бегите сюда, пожалуйста, быстрее! Кого-то съели, кого-то опа, кого-то хлопнули. По-моему, Элю. Да, Эльф. Короче, нет, стой, не запускай. Давай я попробую спиздить. Угораешь, она прям тут стоит. Кексик, ты откроешь дверь, она сожжет всех нас. Ну они сказали, рядом с собой. Сука. Я на всякий случай запустил. Я на всякий случай запустил, чтобы собаку отфигачило от корабля. Кексик, ты как? Я хотел спасти твой труп, и там подарок же. А я. Они сказали, вы сказали стоять и молчать. Я стою, молчу, а вы потом заорали. Бегите сюда! Ну я Я увидел собаку, я просто видел собаку и испугался. Эго, купи фонарик! Блять, какой это же фонарик? На фонарики протратим. Нам не хватает доквоты еще, ого-го. Нам не хватает еще 390 доквоты, да. Нет, 150 нам не хватает доквоты. А, ну да. Нормально. Сейчас справимся. Нам нужен... Сейчас жестко запотеем, спите пару ульев. Похер на одну и ту же. Почему у нас нет оружия? Почему у нас нет бластеров? Типа, у нас серьезная контора. Как сказать нету? Они есть. Ну сколько стоит? Но не стоит, как твоя почка. А они с камнями? Как моя почка? Мы можем, знаете, что потом купить? Чтобы не теряться, мы можем купить спрей. Ну типа, чтобы на стенах там фигачить. Чё происходит? Кто уже съебался? А кто так жестко печатает? Чё происходит? А, это мы с Дашкой. А. Чё, идём? Фонарик купили? Да, должен прийти. Давай, все, ща, вы идите, а мы с Дашкой подождем мой фонарик. Ну чё, Дашка? Да. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. А где? А вон он. Вот он. Все, побежали, малышка. Пошли. Let's go, baby girl. Бля. Baby girl, where are you, baby girl? Yeah. Даша, о. Даша, там какая-то хуйня. Там какая-то хуйня. В смысле, где? Где? А, это ты, Эго. Я. О, там что-то наверху. О, Дашка, я нашла большую сось. Сейчас.
У вас все нормально? Я нашла сось, я ее отнесла. Окей. Уху! Я нашел болт. Блять, Элис спрыгнула в пустоту. О нет. Он опять прыгнул. Он прыгнул в подарик. Ну, знаешь, что он каждый раз обходится в 20? Это я. Пойдем на корабль и отнесем эту волыну. Пойдем. У меня есть большой болт. Нет, не сюда. А, ну да, туда, но... Блять, или такая прыгнула? Это сказать, Эля, если ты видишь дырку, то не надо прыгать, надо ее обходить. Мысли обходить. Мне уже плохо. Эго, ты не боишься умереть? Блять, кексик. Кажется, подариком больше не будет. Ой, а что это там? Херачим, значит... Тут челик с дробовиком! Там челик с дробовиком, Дашка! Надо его отпиздить! Блять! Блять! Где он? Где он? А, он здесь! Там чел с дробовиком. Дашка, там... сюда этот... Кинь лопату, эго. Если боишься. Я знаю, как его убить, но я боюсь, что его не убью, поэтому... Джеронимо! Я нашла сось, я ее отнесла. Окей. Где он? Он тут, он тут, он тут! Привет, ребята! Нахуй мы пошли его убить, лучше бы еще нахуй я туда пошла. А как его убить, эго? Я знала, надо, типа, что надо обходить что его вокруг это... себя и бить лопатой. Я знала, что это не надо было не идти туда. Я знала, надо было не идти. Ну что, девочки, мы проиграли, мы проработали. У нас остался один день. Ну как сказать один день? Сука! Клип с моей смертью восхитительный. Просто я тебе ещё... Это тоже можно, да-да. У-ху! У-ху! Класс! Там крик на донат, что ли, будет? Что? Нашла сось. Да в жопу мы все равно сдохнем. Хорошо, Арчи, я постараюсь не убирать. Ребят, я живой. Ладно, меня попросили умирать. Я буду жить. Бля, клипы сегодня на стриме огонь. Я нашла сось, я её отнесла. Бери сюжетку, Эля. Сейчас, подожди. Я нашла сось. Бля, ребят, мы такие крутые, я в ахуе. Я нашла сусь и отнесла. У-ху! Нам точно нужно скачать мод на больше людей, чем покажи. Будет победить и будет... Ты брала вот это вот тут, аккуратнее. Только по лестнице, блядь. Вот тут сюжетка. Нам нужно поставить мод на больше людей, и чем больше людей, тем больше угара. Вот тут сюжетка у тебя есть? Неа. Значит, ты собрала. А-а-а. Блин, красивая водичка. Вообще, а знаешь, как плавать неприятно, кексик? Ты оценила, тёпленько. Вообще. Блин, я не хочу с модом пока бегать.
Мне кажется, ну, здесь слишком много народу, это потеряет свое обаяние. Была ошибка давать мою любимую лопату, надо было, чтобы вы, блядь, своим лицом просто прочекали, нахуй вы знаете. Ладно, мы сейчас все равно умираем. Да. Я нашла сосиску. Знаете, когда все пошло плохо? Когда эго перестало нам говорить координаты. Да, гирлянды выбросят. Гирлянды не будет? Блять, Эли спрыгнул в пустоту. Наверное, Кексик, давай перезайдем, потому что у нас эта панель на пол экрана. Да, да, давай перезайдем. Вам пересоздать? Мы не, мы перезайдем. Мы сейчас все равно сдохнем, да. Я там Дашка долби тупо или что? Там Дашка долби тупо. Welcome to our disciplinary. Блять, за чью жопу я держусь? Пожалуйста, не влетай. Даша! Ну мы молодцы. Мы молодцы. Да, мы молодцы, но мы можно мы перейдем с Эго? Да, перезаходите. Вам прислали приглас, да? Да, да. Сейчас пришлю. This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Бля, пиздец. Make your. Я не могу спасибо, никого что пригласить почему-то. Спасибо, что живая, Эль. Welcome to your first day on the job. Спасибо, что живая, Даша. This is your very own. Спасибо, что живая. Я просыпаюсь и вижу жопу Дашки. Сейчас, я хочу еще раз пересмотреть мой любимый клип с лопатой. Подождите, а где он? Скиньте мне тоже. Сейчас скину. А не Реалка сделал, да? Давай я скину сейчас в чат Дискорде клип. Уху! Я нашла соси, я ее отнесла. Боже, это прекрасная игра. Хаппи. Даже не села плацу. Блядь. Даже не села плацу. Даша, снеси лопату, йоу-йоу-йоу. Даша, снеси лопату, йоу-йоу-йоу-йоу. Бля, мне кричали, будто Саштык с нас снится. Бля, Дашка, хочешь увидеть сон про Лолли Компани? Бля, нет, пожалуйста, не надо. Можно две рации и никаких фонариков, Эго? У нас нет денег, мы бедные. А нет, стоп, я могу, подождите. Нужна лопата, ребят. Нужна лопата. Нет, две рации, никаких фонариков. Лопата. Нет, рации. Лопата. Лопата. Просто купите мне лопату, и все будут живы. Чат, какая смерть за сегодня ваша любимая? Все будет Вейха. А, хорошо, простите. Тут рации по скидке, 70% скидка, ребят. Бля, покупай. Блядь, бери сразу 5. Нет, ты чё? Блин, а почему не заклепали смерть с ульем? Это же так эпично было. Ничего, нам потом чикарита нарезку сделает. Короче, тут рация стоит всего лишь 3 рубля. Бери, бери, блядь. бери сразу, короче, побольше возьми. Давай 4 рубля. Любимая смерть, когда эго съела собака. Любимая смерть, я их забайчу, а ты улей хватай. Я знала, что я иду на смерть в данной ситуации. Да, 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 да. Корита тут. Как там Чикарита вначале поет? Можете посадить корабль, Эля? Эля, посади корабль, потому что ты хост, Эля. Чикарита тутуру туту. Чикарита тутуру. Чикарита тутуру туру.
Я думаю, вообще как прыгну вниз, а там вода. Блять. Пичи, пичи, я думала, я сейчас прыгну вниз, а там вода. Сука. Мне нравится, я спрыгнула, и я слышу вот эту ее, типа, блять. Я рации подожду. Давай, молодец, жди. Идите. Ой, птички летают. Стойте, не говорите, бегите! Или съедать собака. Бэби Чикарита, уйди! Готовишь заказал рацию, он стоит, танцует. Уху! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Уху! Где? Тут 4 рации, да? Дашка, да. Дашка. Сейчас еще прилетит. Сейчас еще рация Дашка. Прилетит. Да. Дашка. Меняй на рацию. Все, я отомстил. А теперь я ухожу. Сука, где эта гнида? Чикорита. Че, пойдем внутрь? Чикорита. Чикорита тутуруту. Чикорита. Чикорита тутуруту. Чикорита. Чикариту корёжит, блядь. Да такая чикарита, блин, класс. Да такая пу-пу-пу-пу-пу-пу. Приём, чикариты, как вы? Яс! Кексик, ты живой? Бля, Кексик, ты живой? Бля, Эго, посмотри, пожалуйста, Кексик живой или нет? Я не знаю, я с вами тут. Вы это слышали? Да, да, это вот эта штука упала сверху, видишь? Где? Вот, она почти закрылась, типа. Вот, вот это вот железное. Может, ну его нахуй, давайте не пойдем. Пойдемте найдем Кексика. Да пойдем. Кексик! 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 Ида! А! Кексик! 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 Прием! Мне кажется, Кексик сдох. Я нашла слизь! Может быть, свалим? Да, пойдемте, ну нахуй. А, Кексик принес. Кексик там. Блять, Кексик, хули молчишь? Что, у него рации нет? Боже. Мысли у него нет рации, у него была? Не знаю. Привет, Вадим, что такое? Не включил. Ребят, а мы сможем на паузу игру поставить? Мне нужно выйти. Ну давайте зайдем в корабль просто и будем там стоять. А можно так, да?
Ну, типа, она не остановится, но... А ты выйдешь из игры или, типа, отойдешь? Нет, она просто отойдет. Может, попробуем еще? Или останется тут просто? Окей, я могу рацию взять, давай, иди. Не. Кексик, Кексик, тебе нужна рация? Давай. Пусть Эля идет, отходит, а я пойду сгоняю быстренько, прогуляюсь. Хорошо. Да, Даша, убери лопату, пожалуйста, не страшно. Давай её песню. Здорово. Ну, мы штраф получим. Какой штраф? За то, что она умерла. Да никакого штрафа не будет. Алло, Эго, меня слышно? Да, я слышу. Да давай, да давай. Считай, что она норму не выполнила по смертям. Ну, блин. Пока ничего не вижу, вот я сейчас зашел. Да давай, я уверена, чат ничего не скажет. Чат, вы же ничего не скажете, правильно? Чат. Давайте, алло? Вы типа... Блин, не успели. Там прямо предмет. Чикарита. Да, в этой комнате предмет. Там еще на лестнице предмет, сейчас выйдешь и справа. Ага. Да, вот тут лежит. Ты пропустил. Но, видимо, он не может его взять. А. Потому что у него лапки заняты. Может быть. Ну же чикарита, тут-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Чикарита, тут-ту-ру-ту. Кексик кринж, кста. Представьте, как Кексик садится на колени перед Эго, медленно стягивает с него шортики. Что? А затем снимает с него трусики, такие немножечко растянутые. Кексик, там красное пятно. Уже немножечко пропахшие запахом золотых ручек Эго. Кексик, о, ужас. Пошли ужас. Улей спиздим. Опять? Давай, погнали. А там нет уля, по-моему. Блин, жалко. Там только саранча, да. Там уля нету. Жалко. Да. Я там пока не вижу. Эль, давай, короче, Эго убьем. Даша, тебя слышу. Даша, блядь, Кексика не хотят меня ёбать, вот Даша. Блять, я сижу нахуй с хуёвиной в руках, а вы что тут пиздите? Я не понимаю, я хочу слышать Эго. Кексик за Эго охотится, забей, иди домой. В чате пишут, что у Даши своя игра. Ему нужно будет сюда все равно вернуться, если он не хочет сдохнуть, и он сдохнет здесь. У него всего лишь два пути, либо сдохнуть... Он сзади, он сзади, он сзади. Сзади где? Ща. Вон, вокруг корабля бегают. Ну вот, видишь? Он наверху, на корабле. Кексик, заходи. Да, а мы... А где Эго? Взлетаем! Вы убили Эго, он кричал, что вы хотели уебать его лопатой, вы уебали? Ха-ха. Да блять. Я под кораблем сидел, я потом залез. Да понял. Все, да, все, не надо, не надо. Да все! Да, все, хорош. Даша, убери лопату! Даша, лопатой, блядь. Нет, блядь, Дашка, агрессивно. Я просто, я стою, знаешь, смотрю в проход, Дашка убегает, я вижу, секунду Даша появляется с лопатой, опять исчезает скример, блядь, просто. Когда добавят нового мода Дашка с лопатой? Даша, опусти лопату, медленно и осторожно.
Даша медленно опустила лопату. Да лопата! Лопата потихоньку овладевает Дашкиным разумом! Ребят, на этой планете находится 22 объекта на сумму 2129. Сколько? Бля. Наебать! Чика-та-ту-ту-ру-ту. Чика-та. Блять, можно разделить на канал? Вы пойдете. Да, давай, Эго, оставайся. Окей. А куда идти? Где вход? Всем здравствуйте, это мой блог. Говорим только важные вещи, там ничего нету. Пенис. Кексика. Вы все письки. Пенис. Куда идти-то, ёкаламана? Там наверху улей, кексик. Вон для корабля пчёлы. Три улья, тут три улья. Даша, прием, готова? Кексик, аккуратно, кексик. Я готова как никогда. Кексик, давай, забайте вот тут пчел. Не, меня уже пчелы уебали, меня хп мало. Там еще один улей. Кто забайтит пчел, ребят? Бля? Бля, зачем в радио это говорить? Эка, она умерла? Не, я живая. Ну давайте, короче, этот самый, я стою тут у пчелиного улья. Кто? Да, забирай. Кексик, ты нашел? Блядь, не! Давай, байте. Нихуя. Давай еще раз. Нам идти за корабль, вон туда, на гору. Да пчела было похуй. Забирайте последнюю в очереди. Да, блядь! Да, это не... Это полный нас бежал. Ну, Эля убила. Мультик не зафигачили пчелу, но Эля убила, я скажу, походу. А еще улей прямо у входа. Я знаю, что могу сказать. Скорее всего, тот, кто захочет зайти, тот сдохнет. Они еще не знают, что лопата как бы снаружи. Если что, там кексик ничего нет. Да я хочу, блядь, пропар. Мне соседи написали, чтоб я потише была, все, я молчу. Окей. Стоп, подожди, Даша, что ли, тоже сдохла? Сейчас понял. Они сдохли вместе, мы остались вдвоем. Блять, пожалуйста, не там нажимайте, предмет, блядь, предмет. На экстренную эвакуацию. Не да, нажимаем, Даш, не нажимаем. В комнате. Они, им еще надо улей забрать. Пусть два предмета, кексик. Помните, нам говорили, что это хоррор. Сзади, там, где главный вход, там лежит предмет. Вот, и там еще, когда ты заходил, вот тут вот, да, три предмета. Дандерлибай, Егор Крид и Егорик выпустили клип на трек «Пацанский фонг». Юлия Гаврилина призналась, что в последнее время спит по 16 часов в день и хочет еще. Представляете? Жесть. Угу. Понимаешь, самое обидное не то, что я мыла, самое обидное, что я оставила маску. Лопату. И она лежит снаружи. Бля, может, кексик заберет лопату? Как же они забайтили пчел? Мы этих пчел, блядь, только так, нахуй. Милана Петрова похвастала своими формами, короче, спустя несколько месяцев гормональной терапии. И убью его. Блядь, что там у кексика, нахуй? Посмотри клип. Ну-ка. Давай еще раз. Нам идти за корабль, вон туда, на гору. Как пчела было похуй. Эго! Да, Эго! Аккуратно, прямо перед входом заходим. Да это не... Это полный нахуй. Нахуя! Нахуя! Мы оставили там, блин! О, кексик, здорово. Сука. Я маску редкую нашел.
нашел редкую бумажку! Слушай, ой, пиздец. Алло! Алло, алло. Я маску нашел! Эго, я нашел маску! Я нашел маску! Ты знаешь, что маска делает? Убивает. Она превращает тебя в зомби, потом ты убиваешь всех остальных. Бля, я хотел... Ой, это что, я? Ну, мы квоту наполнили, ребят, мы молодцы. Разве? Давай еще один день сходим у нас. Давайте, погнали. Эго, ты, главное, оставайся. Эго, да, еще есть? Ребят, мы проебали рации и лопаты. Пиздец. Блядь, ну пиздец. Нам нужны хотя бы... У нас сколько раций осталось? Одна? Две, по-моему. Две? Ну, нормально, две. Хватит пока. У тебя в руки. Две. Ну все. Даш, погнали. Мы могли столько денег заработать. Ну, блядь, ну просто с пчелами не получилось. Ну, блядь. Зато я забрал улей. Вот он. Я маску нашел. Я хотел эго убить. Блядь. Какой же кексик кровожадный. Эдди, ты на связи? Я хотел тебя убить. Чикарита. Так, если я спрыгну, я выживу. Чикарита. Ой, это что такое? Блядь. Чикарита, ту-ту-ру-ту. Чикорика, читорика, ту-ту-ру. Чикарит, че спусом. Чикарита тутуруту. Чикарита турупупу. Чикарита тутуту. Карита ту-ту-ру-ту. Алло. Алло. Где все? Кексик, кексик, кексик. Блять. Эля. Даша, да. Ну, блять. Привет, малышка. Привет. Хай. 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 Привет, baby girl. Не знаешь, мне чувство, как будто сейчас... Ой, бля, я не хочу туда. Я тоже. Обычно это заканчивается очень плохо. Да. Ой, еще один ключ. Бери, Дашка. Пошли посмотрим, что там. Бля, Даша! Уходим, да! Бля! Даша! Это ты? Ты как? Я все выронила. А где все мои вещи? А где все не мои знаю. Вещи, которые я собирала? Не знаю. О, вот, вот. А я их все, видимо, выронила по дороге. Эль, ничего страшного, знаешь. А ты не бойся. Да, очень, очень легко это сделать. Эля! Даша, ты где? Я наверху, я не хочу спускаться. А, ща поднимусь. Ну, знаешь, ты не скажешь, что она хотела тебе высосать мозги. Лохушка, лохушка эта тварь. Погнали. Капец, мы крутые вообще, да?
Да, нихуя не сделали. Ну, точнее, я нихуя не сделала, да? Вообще. Но нам даже больше никакая лопата не нужна. Видишь, мы какие крутые. Это спасибо, что вход был близко, знаешь. Угу. Здрасте. А где Кексик? Кексик пошел забирать твой предметик, который он потерял. Ты прикинь, на меня опять напрыгнула эта хуйня. Да, я видел, что ты ее убила. Да, но я потеряла болтик, который у меня был. Не, он у меня. А, у тебя? Да. Так бы и сказала, я думаю, где мой болтик? Мы выполнили код тут два раза. Даже три. Ой. Да, да, этим тоже можно отпиздить. Все, мне не нужна лопата. Привет, Эго, как у тебя дела? А ну снимай штанишки. Пожалуйста, ты можешь прийти, пожалуйста, быстрее меня взбирать. Снимай штанишки. Пожалуйста, кекс. Ты снимешь штанишки. Кекс. Вы что тут делаете? Снимай штанишки. Мне пытаются изнасиловать. Снимай штанишки. Штанишки снимай. Закрывай корабль. Снимай штанишки. Наш въеби ему. Нет, блядь, Эго, пойдем. Он отказывается снимать штанишки, въеби ему, Даш. Пойдем, давай. Пойдем, еще лут поищем, идем лут искать. Иди, штанишки. Ну все, 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 подожди, блядь, все, Даш, Даш, все. Эго, уходи. Тихо, 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 тихо. Эго, сними штанишки, Эго, сними штанишки. Эго, уходим. Сними штанишки. Эго, сними штанишки. Сними штанишки. Эго, идем. Штанишки. Пойдем. Вот туда ушли, уебище. Вот туда, видишь? Тут есть пчелы? Прощай. Блять, ты ебаный насрал. Пошли домой. Пошли. Ща эти кринжули сдохнут. Я иду. Чикарита ту-ту-ту. Чикарита. О. Кексик что-то спиздил. Прием, чикарита ту-ту-ру-ту. Есть кто живой? Да, я. Блять. Мальчики, вы живы? Мальчики. Мальчики, алло. Мальчики, вы живы вообще или нет? Добегут мальчики. Что вы там делаете? Ибёмся. Эго, сними штанишки. Бля, не ожидал Дашку увидеть в таком... Надеюсь, вы не испачкали все кровати. Сними штанишки. Сними штанишки. Бля, там сейчас Эля обучается. Туда его. А лопата где? Лопаты нет. Лопаты... Блядь, харе! Я бы на самом деле, я бы заканчивала уже спустя какое-то время, потому что мне соседи запретили орать. Так неинтересно. Блин! Что это за хуйня? Что это за хуйня, Кексик? Это Молотов. Я Молотов нашел на одной из моих. Долбоёбы кусок просто. Ну пошлите, сдадим все на деньги и пойдем. Ну пойдемте, да.
Пойдемте, мы такие чика. Дайте какую-нибудь вместо того, чтобы какую полезную штуку купить, какую-нибудь дерьмовую хуйню найти. Телек, 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 телек. Ну, если будет, да. Этот венчик и кексику в жопу. Я, если что, знак 100 продавать не буду. Правильно, не надо. Лопаты же есть. Нету лопаты, нету лопаты. У нас есть лопата. Лопата умерла. Блять. Я выжила? Блять, где я? Где я? А доска умерла? Ребята! Где Эля? Чика! Ту-ту-ту-ту! Чика! Сейчас подожди, еще принесу. А вот еще. Короче, там внизу осталась сось, я не могу с ней залезть. Блядь, Эля. Ну что? Вот что это такое? Что за выступление вашего актера? Ну на, на, да, на, 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 вот, на, 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 забери. Давай. На, 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 давай. А я? What? Ну и похуй на эту вот. Чикарика. Просто бзыкать хочется. А где Даша? А я не знаю. Она давайте померла? Купим максимально фиговую фигню. Наверное. Значит, бумбокс? Нет, она живая, вон бежит. А бежит? Еще придет. А ее монстр несет. Смотри, еще монстр ее принесет. Даша, Даша. Даша, а, может, ключи тут? Продадим, у нас Даша. Три ключа. Блять, Даша, все, не надо, успокойся. Подождите. Я сейчас тебя открою, у меня четыре ключа. Будет веселая крик. Подождите, будет веселая идея сейчас. Давай, давай. ТЗП in Holland. Это то, о чем я думал, интересно. А, ну в жопу. Да чикан. Сейчас будет. Тут урочек орика. Ты ракетницу какую-нибудь купил? Нет, я купил штуку посмешнее. Надо было купить мне рубье. Показываю на стримера. Показываю на письку. Показываю на две письки. Показываем, на... давай, давай, показываем на письку, эго, давай. Писька. Стой, 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 смотрите. Смотрите, 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 смотрите. Давай. Ага. Ребята! Скажи Чикарита Тутуру. Чикарита Тутуру. Чикарита Тутуру. На, подышите. Сейчас, подожди. А я! Только дыши прям до зеленого газа. Чикарита тутурута. Чикарита тутуру. Давай, дайте Дашке или кексику. Сейчас кексик бахнет. Чикарита тутурута. До зеленого газа. Чикарита тутурута. Чикарита тутурута. Дать малышка. Дашка, дай еще подымись. Чика, Чикарита ту-ту-ту-ту-ту. Мама Чикарита ту-ту-ту-ту-ту. Чикарита ту-ту-ту-ту. Я закончилась. Все. Да, все, закончилось. Не, потряси, Чикарита. Потряси, потряси. Давай, кексик, как член свой? Фу, кексик. Бэйби шарк ту-ту-ру-ту-ру. Бэйби шарк ту-ту-ру-ру-ру. Что еще я могу купить за говно? Давайте бумбокс купим, давайте. Давай, давай, давай. Блин, прикольная штучка, как концентрация. Или ты же бросила. Кстати, да, я бросила реально электрон. Смотри, кексик, это мой антистресс. Иногда колбасит, пиздец, очень сильно хочется.
Смотри, какой у меня классный антистресс, я нихуя. Офигенный антистресс. Ребят, скажи. Давайте я нам куплю душ. Душ? А туалет? Не, его нет. А сейчас ты что, купил бумбокс? Да. Йоу-йоу-йоу, Чикарита ту-ту-ру-ту. I'm funny, Чикарита ту-ту-ру. А поменяй трек, прикольно вообще. Все, это последняя покупка на сегодня, но она смешная. Ты пошел быстро. О. А где покупка? Ну сейчас прилетит. Надо спиздить покупку первеега. Ой, что это? Это чтобы рисовать. А что можно нарисовать? Можно на лбу? Что угодно. Нарисуй. Не, только на полу. А где? А, на полу? Да где угодно. Ты чё? А где Даша? Дай мне эту штуку. Не знаю. А, может, ее можно только рисовать на планетах, наверное. Ну, типа, чтобы не потеряться. Что еще купить в Саратове? Я могу купить душ. Я могу купить... Давай, купи душ. Подождите, мне интересно. Просто... Бля, при все штучки, которые... О, давайте вам новый... Давайте нам новые костюмы куплю. Давай. О! Ну, бля, обоссанный желтый. Других нету. Блядь. О! Рисуешь? Мы еще можем купить. Блять, Даш, потанцуй. Больше ничего. Даш, нажми единицу. Ебать, мы гангстеры. И Кексик просто сидит граффити хуярит на улице. Может, красить игроков. Кексик, 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 иди сюда, покрась меня. А. Покрась Эго. Я хочу пенис нарисовать. Покрась Эго. Ну, Кексик, покрась Эго. Он токсичный, он в конче. Ужас. Бля, ужас. Ужас. Токсичный кончик. Блин, закончилось. Но главное, я пенис нарисовал. Е-е-е-е. Не похоже. Похоже, вот. Вообще не боится. Похоже. Похоже на значок Рейзера. Ну, типа, точнее, ну, компания Рейзер. Наушники у тебя этой компании. Кексик, ты свой рисовал? Нет. А где пенис? Вот, вот и я об вот, этом говорю, нету. И писька. Ой, ладно, ребят, все, давайте, я буду заканчивать. Пока. Блин, ну что, еще бумбокс? Еще поиграем как-нибудь? Да. Можно. Мне понравилось, а тебе, Даш? Да, прикольно, но страшно. А вам чат понравилось? Ну, я думаю, да. А, спасибо всем большое за стрим, отдельная благодарность, естественно, Рука за невероятный, огромный, сочный донат. Спасибо Нереалке, который делал клипы. Спасибо всем, кто донатил. Спасибо Эго, Кексику и Даше за то, что поиграли со мной. Давайте тогда завтра все будет хорошо, будет аукцион. Всех люблю. Всем пока-пока. Пока.